В начале октября отметили годовщину со дня образования штабных подразделений органов внутренних дел Российской Федерации. Сами сотрудники памятную 104-ю дату празднуют на работе. В этот день проходит награждение лучших сотрудников, подводятся итоги, анализируется качество работы. У штаба есть три направления. Прежде всего, это анализ как раз-таки оперативной обстановки. Вот, на основе нее подготовка планов, комплексных управленческих решений. Второе подразделение – это контроль учетно-регистрационной дисциплины. И немаловажное подразделение – это занимается учетом преступлений, осуществляет контроль за правильностью отражения специфики этих преступлений, рассылает общую статистику на места. Штаб является связующим звеном между гражданами и подразделениями органов полиции. Гражданин обращается в отдел полиции или управления, пишет жалобу, которая рассматривается в первую очередь руководителем органов внутренних дел, и направляется сотрудникам на проверку. Они уже более детально выясняют обстоятельства происшествия, готовят заключение и отправляют на жалобу обоснованный ответ. Стараемся разобраться в любой ситуации и в обязательном порядке помочь человеку в решении его вопроса. На рассмотрение жалобы от момента ее поступления в органы внутренних дел должно пройти не более 30 суток. В штабе работают как гражданские служащие, так и аттестованные. Последние ежегодно сдают зачеты, в том числе и те, кто имеет квалификационное звание, как, например, сама Ольга. Сотрудник штабного подразделения должен обладать пунктуальностью, грамотностью, внимательностью. Его главным качеством, как основным качеством, является способность выполнять быстро, своевременно поставленные руководством задачи. Сотрудники штабных подразделений Министерства внутренних дел проводят большую аналитическую работу по поступающей информации об уровне преступности и коллективно находят способы борьбы с ней, а также принимают участие в разработке стратегических решений и их реализации. Михаил Ермоленко, Евгения Усова, Николай Сидоров. События.